во-первых, это не лекция, скажем так, это такой разговор о крови, про которую вроде бы всем известно, так сказать, но что она из себя представляет, не совсем ясно. Помните детские стишки? Вот у этого мальчика Юра кровавая рана. Вот. Он палец сегодня порезал ножом. Давайте перевяжем, волнуется мама. Водичкой промоем и йодом прижжем. Вопрос первый. Зачем перевязать? То есть, и почему кровь вытекает из раны? То есть почему она не останавливается? А по одной простой причине, что в отличие от всех остальных органов и тканей, кровь – это ткань, это разновидность тканей, а клетки не склеены между собой плотно. То есть они находятся в жидкости. И вот эта жидкость называется плазмой. Но самое важное другое, что эта жидкость, она на 90%, хотя состоит из воды, но в ней есть еще соли и в ней есть белки. И вот, наверное, как раз сегодня очень важно, о чем мы сегодня поговорим, это о белках. Дело в том, что как только мы поранились и выступает первая капелька крови, то запускается каскад реакции. Очень жалко, что нет презентера, но если вы посмотрите в левом углу вот это вот так называемые падающие доминошки, то есть очень-очень много разных белков, их до 12 сейчас совершенно четко идентифицировано, которые один запускают другой, запускают другой, запускают другой. Для чего? Для того, чтобы самое главное, так сказать, белок, тот, который фибриноген называется и находится в плазме, он сразу же превращается в нити фибрина. И вот эти нити фибрина, они образуют сеть, в которой как раз и запутываются все клетки крови, которые называются форменные элементы. И, кстати, тромб, вот все видели наверняка, когда порезались, вот эта вот болячка. Болячка – это не что иное, как тромб. Но, как правило, эта болячка бывает какого цвета? Коричневого. Так вот, она коричневая, потому что в сетке, когда там застряли красные клетки крови, эритроциты. Но это бывает красный тромб, но бывает еще и белый тромб. Белый тромб, когда, в принципе, фибриноген в сетку превратился, сжался, никаких форменных элементов нет, и вот это белый тромб. Теперь дальше. Поскольку в этой сетке, посмотрите, вот как выглядит фибриноген, вот это на самом деле такая сеть, и в этой сетке начинают путаться, запутываться. Это как весной. Когда начинается ледоход, лед на реке пошел, и около мостов он начинает скапливаться, потом затор и подтопление. Но вот здесь подтопления никакого нет, потому что замкнутое пространство, сосуд забивается, и кровь не вытекает дальше. Не вытекает – это хорошо. Но самое удивительное, что вот эти тромбозы – это не есть приятно. Если вы посмотрите на причины смертности, которые бывают во всем мире, то львиную долю занимают ишемические инсульты и ишемическая болезнь сердца, которая приводит к инфаркту. Так вот, и инфаркт, и ишемический инсульт – это не что иное, как образование тромбов в терминальных сосудах, то есть тех сосудах, которые, так сказать, заканчиваются слепо, кровь не идет, клетки умирают, вот это все последствия. Вопрос самый интересный. Раз есть фибриноген, который образует тромбы, значит, фибриноген и тромбы – зло. Но также по логике вещей. То есть я хочу сказать, что это не совсем так. Первое. Вот есть такая лягушка древесная. Она живет на Аляске. Так вот эта древесная лягушка, если вы ее найдете зимой, это ледышка. И вот занесете эту ледышку в теплое помещение, эта ледышка начнет оттаивать и оживать. Опять на мороз ее в холодильник засунули, она опять замерзла. Опять в тепло, она опять оттаяла. В чем хитрость этой древесной лягушки? Хитрость заключается в том, что в ее крови в тот момент, когда она начинает замерзать, очень резко повышается уровень фибриногена. То есть она избавляется от жидкости, повышает уровень фибриногена, не нити фибрина, а фибриногена. И вот этот фибриноген начинает работать как антифриз, то есть он не дает замерзать межклеточной жидкости. А знаете, когда я узнал об этом, я начал думать, то есть, а нет ли какой-то такой связи между инсультами, инфарктами и температурой окружающей среды.
И самое удивительное, что об этом, так сказать, уже думали и до меня. Если вы посмотрите, так сказать, вот здесь вот есть статьи, датированные 97-м годом и 2015-м, но это реально, так сказать, про лягушку. Вот. Но самое удивительное, что оказалось, что низкие температуры, они являются таким триггером, то есть пускателем того, чтобы у нас образовывались новые тромбы в сосудах. И к чему это я? Помните, да, сейчас Владимир Владимирович Путин в новых указах, он сказал, что надо добиться, так сказать, увеличения продолжительности жизни, а в основном народ у нас мрет, вы же видели, по причинам смерти, это как раз от инсультов и от инфарктов. Соответственно, мы должны с вами придумать какое-то окружение, такое, чтобы у нас тепло в квартирах давали, когда положено, а не когда мы все промерзли. Вот. А потому что, так сказать, вот эта холодная квартира и холодное помещение, где ты работаешь, это запускает ту самую реакцию повышения уровня фибриногена, которая может вызвать при неблагоприятных ситуациях, так сказать, тромбоз, инсульт и инфаркт. Ну, то есть это есть тема для размышления. Это на самом деле так. Второе. Соответственно, фибриноген – это не зло. А вот когда не хватает каких-то вот этих вот доминошек в каскаде свертывания крови, то здесь возникает обратная ситуация. И эта обратная ситуация, то есть это болезнь, это повышенная кровоточивость, которую все знают, она гемофилия. Вернемся к истории. Вот посмотрите, принц Эдуард Август, отец королевы Виктории. Дело в том, что он не был носителем вот этого генетического дефекта. Вот. Но принц Эдуард, он женился в 51 год. Миша, извини, тебе придется подождать, я только что начал. Вот. Ладно, хорошо. Вот. А в 52 года у него родилась дочь, королева Виктория, та самая английская королева, которая, так сказать, правила достаточно долго, но, правда, вот сейчас, так сказать, как бы английская королева ее уже обошла на вираже. Вот. Так вот, у нее было несколько дочерей, и одна из этих дочерей, королева Виктория, была герцогиня Алиса. Алиса была мамой нашей русской императрицы, той самой императрицы Александры Федоровны, которая вышла, вот она на нижней фотографии, видите, маленькая девочка рядом со своей бабушкой, королевой Викторией. Так вот, Алекс, она вышла замуж за нашего российского императора Николая II. И вот их счастливая семья, та самая семья, которую расстреляли. Вот, у них было 4 дочери и был долгожданный сын, царевич Алексей. И вот посмотрите на картиночку. Очень плохо, что организаторы не дали презентер, потому что здесь важно показать. Посмотрите на картинку под фотографией семьи. Розовым показана мама, то есть Александра Федоровна. А у мамы, как и положено любой маме, две половые хромосомы, X и X. Но в одной из этих половых хромосом находится дефектный ген, который не дает непосредственно, так сказать, как бы выработки факторов свертывания, восьмого фактора свертывания. У папы ничего нет. А исходя из законов генетики, у этой пары мог родиться левый нижний ряд XY, здоровый мальчик, потому что он взял от папы Y-хромосому и здоровую хромосому от мамы. Могла родиться совершенно здоровая неноситель девочка, потому что взяла X-хромосомы. В X-хромосоме папы ничего нет. То есть у Николая II ничего не было. И X-хромосому, ту, которая не дефектная от мамы. И вот нижняя часть, она не очень хорошая. Посмотрите, Алексею царевичу не повезло, потому что он взял X-хромосому дефектную от мамы и взял Y-хромосому, как положено, чтобы он был мальчик, от папы. Но против X-а дефектного, то есть X-хромосомы с дефектом, не было X-а бездефектного, который бы брал на себя эту функцию. Соответственно, так сказать, все четко сломалось, и у него, то есть этот мальчик был как раз больной гемофилией. Если бы родилась при такой комбинации, когда от папы хромосому X и от мамы вот эту вот дефектную хромосому девочки, то она была бы, как Александра Федоровна, лишь носителем. Ну, я эту картинку еще показываю. Почему? Потому что, если вы посмотрите, правая нижняя картинка, вопрос всегда закономерный. А что, гемофилией болеют только мальчики? Нет. В результате гемофилии могут болеть и девочки.
Но для этого надо, чтобы был больной папа, то есть у него была X с дефектом хромосома, и была носитель мама. И вот при сочетании двух X-ов, то есть там, где есть дефект генетический, то тогда, так сказать, получается девочка тоже больная гемофилией. Поэтому перейдем от гемофилии к следующему вопросу. А кровь всегда красная или нет? Нет. А какая бывает кровь вообще? Нет, артериальная и венозная – это по насыщению кислородом. То есть так, да? Но тогда я не буду вас долго мучить, потому что там уже Миша Абрамский подошел, он сейчас начнет меня выгонять. А, да? Ну хорошо, спасибо. Вот. Посмотрите, какая бывает кровь. Кровь бывает красная, как у нас с вами. Кровь бывает голубая. Но когда образно говорят «голубая кровь», так сказать, у человека, что это как бы такой, ну, аристократ и порода, это не совсем так. У моллюсков, пауков и ракообразных бывает голубая кровь. Кровь бывает даже зеленая у некоторых кольчатых червей. И самое интересное, кровь бывает даже фиолетовая. Цвет крови зависит лишь от одного. Дело в том, что необходимо переносить кислород, и вот тот металл, который находится в переносчике кислорода, от этого зависит и цвет крови. Если у нас с вами железо, то там, где голубая, это медь, так сказать, и так далее. Почему у нас кровь красная? Вот для того, чтобы разобраться, почему она у нас с вами кровь красная, мы должны сразу сказать следующее, что кроме жидкой части, то есть жидкости плазмы, у нас в крови есть так называемые, нередко их называют клетки крови, но вообще правильно называть их форменные элементы крови. Почему? По одной простой причине. Что основную массу составляют эритроциты, а они не являются настоящими клетками, у них нет ядра. Еще в крови присутствуют так называемые тромбоциты, а это вообще не клетки, это обломки больших клеток мегакариоцитов. Вот. Ну и, конечно, есть типичные, похожие на клетки, с ядрами, это лейкоциты, среди которых мы, про которые сегодня тоже чуть-чуть поговорим. Так вот, эритроцит. Из-за него кровь красная. Смотрите, вот в левом верхнем углу я специально нашел эту картинку, чтобы было понятно, когда студентам объясняют, что эритроцит имеет форму двояко вогнутого диска, не всегда понятно. Эритроцит, короче, похож на пончик. Вот пончики в верхнем углу – это и есть эритроциты. Вот. Причем эритроцит – это не клетка реальная, это контейнер гемоглобином, то есть полностью забит гемоглобином. Больше там ничего нет. И именно гемоглобин связывает кислород и в какой-то степени углекислый газ. Время жизни эритроцита 100-120 дней. Соответственно, вот если у нас с вами сегодня май, то, дорогие мои друзья, в новом году или Новый год вы встречали совершенно с другими эритроцитами. Ни одного новогоднего эритроцита у вас сейчас в крови не осталось. Все они поменялись уже давным-давно. А к августу у вас будут уже новые эритроциты. Где они берутся и где они умирают, мы об этом тоже сегодня поговорим. Вот. Но самое главное, мы сказали, что эритроцит – это контейнер гемоглобина. А гемоглобин, вот само название гемоглобина, оно состоит из нескольких слов. То есть получается, смотрите, гем – это железосодержащий комплекс. Для чего железо? Для того, чтобы как раз кислород связывать. А дальше это глобин. То есть это такой круглый белок, причем четвертичная структура, когда состоит из четырех вот таких вот глобул, и в каждой глобуле есть гем с железом, так сказать, вот. Поэтому получился гемоглобин. Вообще гемоглобинов у нас с вами несколько. У большинства сидящих здесь, у большинства, ну, почти у всех, наверное, нет, у всех, вот, это содержится гемоглобин А. Вот. Есть еще так называемый в небольшом количестве, 2% содержится гемоглобин 2А. А вот когда мы с вами родились и в утробе мамы находились, то у нас в крови с вами был совершенно другой гемоглобин. Этот гемоглобин назывался гемоглобин F. Вот гемоглобин F, там немножко белок по-другому свернут. Но за счет того, что белок свернут по-другому, он повязывает более активно кислород. Но! То есть он кислород вяжет сильно. Но представляете, что такое, так сказать? Вот мамина кровь в плаценте, они не смешиваются, вот кровь плода. Тут нужна диффузия, то есть кислород должен диффундировать, попасть в кровь плода. И, соответственно, если вяжется, как во взрослом гемоглобине, то
плод бы испытывал постоянный недостаток кислорода. Поэтому есть специальный гемоглобин, фетальный гемоглобин, гемоглобин F. Связывание хорошее происходит. Но эритроцит неполноценный получается. То есть гемоглобин вяжется хорошо, но такой эритроцит живет короче. Он живет всего 70-80 дней. И вот здесь присутствуют уже родители, и они, наверное, помнят, что практически и у сидящих, может быть, здесь, если вы придете домой, вы спросите: мам, папа, если у кого-то, так сказать, как бы еще есть такая возможность, скажи, пожалуйста, а у меня была желтушка новорожденных? И мама скажет: вот, да, у кого-то была. Нет, причем, когда вы говорите «не было», это могла быть небольшая транзиторная желтуха в течение 1-2 дней, но не такая заметная. Чаще всего бывает желтуха у детей, рожденных раньше срока, у семимесячных, потому что к тому моменту у них в крови содержится только гемоглобин фетальный, так сказать, и когда он родился, то нет еще замены на взрослый гемоглобин, эритроцит распадается, и это желтуха. Но про желтуху мы тоже чуть позже поговорим. Значит, теперь, вообще я рекомендую вам почитать достаточно много интересных сейчас книг. И вот одна из книг, это книга Малема, «А они нам не враги», по-моему, она называется. Он там очень интересно разбирает с позиции, вообще, в принципе, всякие заболевания, помогают они нам или не помогают. Вот я приведу вам простой пример. Малярия. Все знают, что такое малярия? Ну, совсем недавно была Нобелевская премия дана, помните, да? Китаянке, которая с полынью работала, так сказать, выделила препарат, так сказать, и настоящим ученым, которые, так сказать, занимались малярией. Так вот, малярия и один из видов анемии, серповидно-клеточная анемия, они связаны между собой. А связаны они таким образом. Дело в том, что серповидно-клеточная анемия, она встречается практически точно там, где до сих пор встречается малярия. Оказалось, что малярийный плазмодий, он не любит эритроциты, которые деформированы, которые, так сказать, вот при этой серповидно-клеточной анемии. Но не может он там сидеть и жить. Так вот, посмотрите, если только... А серповидно-клеточная анемия – это меняется один ген, а мы с вами ведь каким образом получается? У нас с вами парное количество хромосом. Сколько у нас хромосом с вами? 46, шикарно. Вот. А до 53 года все считали, что у нас с вами 48 хромосом, так же, как у обезьян. Вот. Может быть, по этой причине в нацистской Германии вынашивали планы сделать супервоенных, это смесь обезьяны с человеком, так сказать, которых можно было запускать, так сказать, и не жаловаться. Но это невозможно, это на самом деле невозможно, потому что у нас с вами 46, а у обезьяны 48. У всех животных отличается количество хромосом, но вот эти вот 46 хромосом, две из них сразу убирайте, это половые. То есть все сидящие здесь мужчины, они содержат, так сказать, X и Y. Все сидящие женщины, они содержат 2X. То есть из 46 убрали, получилось сколько? 44. Вот, 44 делим на 2, сколько получается? 22. Вот это так называемые, то есть есть половые хромосомы, а есть аутосомы. Теперь, значит, что мы имеем здесь? Мы имеем здесь, что не в половых хромосомах, а в нормальных хромосомах есть дефектный ген, за счет которого синтезируется, то есть, эритроцит меняет форму, он становится вот таким похожим на серп. А вроде бы ничего страшного, но просто, если кто-то из вас думает, что по капиллярам у нас кровь течет, как в речке, это неправда. Вот эти эритроциты по тонким-тонким капиллярам, они как солдаты в окопе, они там протискиваются, они меняют форму. Размер эритроцита где-то 7-8 микрон. Вот когда он лезет по капилляру, диаметр капилляра бывает 4 микрона. Представляете, как ему приходится там сплюснуться, чтобы протиснуться? Вот такой, который измененный, серповидно-клеточная анемия, эритроцит, он ломается. А поскольку он ломается, количество эритроцитов падает, и, соответственно, так сказать, раз количество эритроцитов падает, и развивается анемия. Если только в обоих хромосомах дефектные гены, это не жизнеспособны, потому что все эритроциты, все ломаются и все погибают. Но в том случае, как вот на этой картинке, когда в одной хромосоме есть дефект, а в другой нет, то есть в этой ситуации не все эритроциты, так сказать,
повреждены, но самое главное, эти эритроциты, они защищены от чего? От малярийного плазмодия. То есть получается, вот шел вот такой вот естественный отбор. Вот. А почему эритроциты погибают? Ну, во-первых, если вы помните, в плазме содержится кроме белков, еще содержится соли, и все знают, что есть такой физиологический раствор, и при обильной потере крови, если нет возможности, так сказать, перелить донорскую кровь, то лучше хотя бы, по крайней мере, объем увеличить за счет переливания физиологического раствора. Что такое физиологический раствор? Это натрий хлорид 0,9% для того, чтобы... Почему 0,9%? Почему дистиллированную воду нельзя наливать? Правильно. Молодец. Вот я не хотел шутить на эту тему, но хочу рассказать одну шутку. Вот взрослые мужчины тоже здесь сидят. Почему, говорит, после того, говорит, как выпил очень много там алкоголя, вот, на следующий день голова болит? Потому что спирт, так же, как и соль. Ну, хорошо. Когда наелся соленой воблы, пить хочется? Соль тянет на себя воду. Алкоголь точно так же тянет на себя воду. Тоже происходит такое своеобразное обезвоживание. Почему после алкоголя голова болит? Я же сказал, что это шутка. Мозг усыхает и начинает стучаться в черепной коробке. Бум-бум-бум-бум. Вот. Но вообще мы сегодня говорим про эритроциты, так сказать. То есть получается, что в принципе, если вокруг эритроцита много соли, то вода из эритроцита вытягивается, и эритроцит сморщивается, как на левой, посмотрите, картинке. Если наоборот, вокруг эритроцита просто вода, то есть в эритроците есть соль, то вода залезает в эритроцит, и эритроцит лопается, потому что в него зашло много воды. И вот сейчас мы с вами переходим к самой интересной истории, это история про синяк. А кто мне назовет, биохимики, только молчите, вот, кибернетики, вот. Кто мне назовет, как по цвету меняется синяк? Ну, то есть в глаз каждый видел, кому-нибудь давали там или ударился где-то. Какого цвета он сначала? Синий. Сразу синий? Красный. Сначала красный. Потом не желтый. Ну ладно, вот вам подсказки. Сначала красный, а потом он последовательно начинает синеть, поэтому он называется синяк. Потом из синего он переходит в зеленый цвет, а потом, уже когда совсем, в желтый. Вопрос, почему это происходит? Это происходит опять из-за эритроцитов. И вот то, о чем мы сегодня с вами говорили про желтушку новорожденных, это на самом деле и с желтухами связано. Дело в том, что все эритроциты, они у нас в норме, погибают, селезенки разрушаются. Селезенка – это кладбище эритроцитов. И вот когда они разрушаются, то получается что? Они распадаются, так сказать, на гемоглобин. Гемоглобин распадается на гем. Гем – это железосодержащая часть. И глобин. Понятно, глобин – это белок. Он быстро уходит, так сказать, на аминокислотный синтез, так сказать, разбили, и из него опять синтезируется. А что из гема получается? А гем последовательно превращается сначала в синий вердоглобин, потом в зеленый беливердин и потом в желтый билирубин. А чего боятся врачи, когда желтуха у новорожденных? Они боятся вот чего, а особенно у недоношенных. Дело в том, что вот этот вот билирубин, который в конечном итоге пока до печени образовался, этот билирубин не растворим в воде, но он очень хорошо растворим в жирах. И вот этот билирубин, а у нас, вы знаете, да, вот все говорят, холестерин вредно, холестерин вредно. Да нифига он не вредно. Потому что не будет холестерина, так сказать, не будет ни у кого никаких половых гормонов в организме. Потому что все половые наши, и мужские, и женские, они синтезируются из холестерина. Потому что все оболочки клеток у нас, они состоят тоже из холестерина. Соответственно, так сказать, в какой-то ситуации жирорастворимый билирубин, он начинает лезть в клетки. Хорошо, когда он лезет в мышечную клетку, хорошо, когда он лезет в другую клетку. Но когда он лезет в нервную клетку, то нервная клетка начинает умирать. И для этого организм придумал защиту. Надо его перевести в безопасную форму, этот билирубин, то есть сделать его водорастворимым.
И функцией этой занимается как раз печень. В печени билирубином приживается специальная гликуроновая кислота. Он становится водорастворимым. И вот этот водорастворимый билирубин выбрасывается в желчь. Чего желчь называется? Желчь. Желтая. Ее даже неправильно называть надо не желчь, а желчь. От слова желтая. Вот. Так вот эта желчь, она поступает в кишку. Ну, мы же не от столов с вами сидим, никто не кушает. Вспомнили все каловые массы, какого они цвета? А не коричневые, а почему? Да потому что в каловых массах, я сначала забегу сюда, в каловых массах находится как раз билирубин, который превратился уже в стеркоз, кал, стеркобилиноген. Мочу вспомнили? Какого цвета? У кого она фиолетовая? Это когда чернил напился. Желтая. Почему? Да потому что этот билирубин, он же водорастворимый, он всосался. И водорастворимый он выводится в виде урбилиногена с мочой. Поэтому моча желтая. А вот как этот процесс в норме происходит? Вот посмотрите, сплин, это селезенка. Там как раз все эритроциты погибают, отжив свои 100-120 дней. И потом по селезеночной вот этой вот вене спокойненько поступает в печень, где как раз переводится вот этот вот гемоглобин и билирубин, так сказать, в водорастворимую форму. И вот на этой же картинке я хотел бы сразу показать, или потом следующее. Желтуха. Желтуха – это не заболевание. Желтуха – это синдром. Это синдром, то есть это наличие в крови как раз большого количества билирубина. Без разницы какого. Водорастворимого или не водорастворимого. Но выделяют в этом синдроме три желтухи. Надпеченочная желтуха. Надпеченочная – это когда много, сразу же распадается эритроцитов, понятно, что сразу же что происходит? Большой выброс гемоглобина свободного, так сказать, и билирубин. Многие яды змеи, они как раз работают как гемолитические яды, или вы можете сработать как гемолитический яд, если по незнанию, так сказать, вместо физиологического раствора, а некоторые, вот в Ульяновске, например, они умудрились, они еще в кровь не то, что физиологический раствор, а в больнице формалин ввели, вот, есть такие деятели. То есть, пожалуйста, гемолиз идет, и вот вам развивается желтуха. Второе, печеночная. Но это всем известная печеночная желтуха. Самая известная печеночная желтуха – это вирусные гепатиты А, В, С и Д. Так, те, кто медики, не говорят. Я имею в виду, кто учится. Вирусный гепатит А. Это что за гепатит? Молодец. Вот самое удивительное другое, что в армии было распространено, когда, ну, это мне уже бывшие солдаты рассказывали, когда они хотели попасть в госпиталь, был залит, вот, они пили мочу больных гепатитом. Но они не понимали, ты права. Дело в том, что гепатит А – это нормальная кишечная инфекция, точно так же, как любая, так сказать, там, дизентерия, сальмонеллез или еще чего-то. Поэтому надо было не мочу есть, а надо было кушать кал. Вот. Нет, вы зря смеетесь. Дело в том, что вообще, в принципе, фекальная трансплантация – это один из способов лечения очень многих сейчас таких тяжелых заболеваний, потому что… Тогда, нет, ладно, про то, как камни едят, я потом расскажу, если интересно. Значит, вирусный гепатит В и С, это что за гепатиты? Это те, которые передаются, как и ВИЧ-инфекция, то есть через укол. Через кровь, либо у стоматолога, либо в парикмахерской, либо вас укусил какой-нибудь больной гепатитом В и С. Вот, ну не держит. Вот. А Т – это, он дефектный вирус, он может жить только с гепатитом В. Это печеночная желтуха. Для России это ВИЧ. Все эти вирусные гепатиты, но для России еще более страшный ВИЧ – это алкогольные гепатиты. Потому что алкоголь разрушает печень, появляется стеатогепатит, то есть жировой гепатоз в печени и тот же самый гепатит. Ну, кстати, имейте в виду, что, это мы в следующий раз поговорим, есть еще такое понятие нормы, индекс массы тела, еще чего-то. Вот метаболический синдром, то есть когда избыток массы тела, то сейчас на смену алкогольным гепатитам приходит так называемый неалкогольный стеатогепатит. Мало чем отличается, только пусковая реакция. Ну и наконец, подпеченочная желтуха, вот я вернусь к этой
смотрите, как правило, при камнях и при головке поджелудочной железы, причем симптом очень простой. Обесцветились каловые массы, то есть пожелтел, а каловые массы обесцветились. Желчь не попадает в кишку, соответственно, раз она не попадает, каловые массы обесцветились, ищи либо камень в желчных путях, либо опухоль головки поджелудочной железы, потому что передавили. Идем дальше. Теперь вопрос простой, зачем надо знать группу крови? Поднимите, пожалуйста, руку, у кого первая группа крови? Да. Вторая. Третья. Четвертая. Смотрите, четвертая всего два человека. Нет, вообще есть теория такая, что по группу крови, так сказать, это как бы вот эволюция человека. Значит, те, кто с первой группой крови, это вообще охотники. Вот. Нет, есть даже такое, что, так сказать, от того, что ты будешь кушать, вот по группе крови диеты подбирали. То есть охотники, они мясоеды такие, вот. Вторая группа крови, это я и все, кто со мной вместе поднял. Мы вообще с вами, так сказать, вегетарианцы. Нам надо хлеб, просто там траву жевать. Третья группа крови, это животноводы и, так сказать, опять они мясоеды, но они еще и молоко любят. С молоком там другая история. Некоторым повезло, что у них есть еще до сих пор фермент лактоза, который может расщеплять, так сказать, молочный сахар. А есть взрослые, сидящие здесь, которые выпили стакан молока и быстренько на горшок побежали, потому что ничего не расщепляется, и сразу порожняком пошло. Вот. А четвертая группа крови, это вообще, так сказать, как вот она такая. Вот это и есть голубая кровь. В образном понимании слова. Вот. А почему важно знать, и по одной простой причине. Дело в том, что, вот посмотрите, они, группы крови, они идут 0. То есть, когда на эритроцитах нет никаких, так сказать, маркеров вот этих вот антигенов. Если есть антиген В, это вторая группа крови, вернее, это группа крови А вторая, В третья и АВ это четвертая группа крови. Если есть только пришлепнулось чего-то к поверхности эритроцита, и этот эритроцит попадает в организм, там, где к нему не привыкли, то на него начинают вырабатываться антитела. И эти эритроциты убиваются. Соответственно, вот эта вот простая картиночка, посмотрите, группа крови нулевая, когда на эритроцитах нет никаких антигенов. Раз на эритроцитах нет никаких антигенов, эти эритроциты можно переливать любому. Там, где есть какие-то, посмотрите, так сказать, вот это все. Четвертая группа крови самая сложная. Теперь поговорим несколько слов о других формах элементов крови, и в частности, например, о лейкоцитах. Мы, бедные студенты медики, выставляем учить, что есть норма. Зазубрите, сколько должно там быть лейкоцитов в одном микролитре там, или в одном миллиметре кубическом. Вот они все учат. Самое главное, надо знать, что есть среди них, у которых цитоплазма гранулы есть, и есть, у кого гранул нет. Гранулоциты, их три типа, мы про них тоже скажем сегодня, и агранулоциты, их два типа. Но. Причем от лейкоцитов зависит неспецифический иммунитет, то есть неспецифическая наша защита от всякой большой дряни. В первую очередь надо назвать вот неспецифическим. Ну их много факторов, я, например, назову лизоцим. Кто знает, кто лизоцим открыл? Теперь я уже к медикам. Биохимики, кто лизоцим открыл? Паш, не надо. Нет, не я. Хорошо, кто открыл пенициллин? Еще раз, кто сказал уже, правильно? Флеминг. И он же зараза, ведь понимаешь, умный такой был, он же открыл лизоцим. Но дело в том, что он как это сделал? В первом случае, когда он работал с микробами, вот. Я вам повалить, почему он микробиолог, он тянул руку. У него был насморк, и у него капелька капнула, так сказать, и куда она капнула, то там микробы погибли. Он решил разобраться. Никто бы, большинство, и не посмотрел. Ну, сопля упала, так сказать. А этот начал смотреть, и оказалось, что и в слизи, и в слюне, и в жидкости, так сказать, вот в секрете носа, есть вещество, которое убивает бактерии. Вот это вот фактор лизоцита.
А с пенициллином все помнят историю? Миш, подожди. Миш, мне сказали, что я должен завязывать. Я 5 минут осталось. Ну, сейчас, подожди. Задержался тут товарищ. Ладно, я иду уже дальше. Вот. Хорошо, неспецифическая защита. Значит, по неспецифической защите там сразу же в рану, куда попала вот этот вот занос, туда устремляются нейтрофилы. На фоне этого сразу же все 5 признаков воспаления. Студентам-медикам им легко, рубр, тумор, палер, доллер и функция леза. То есть все вспоминают, занос попал, покраснение есть? Есть. Вместе заноза отек есть? Есть. Больно? Больно. Поверьте, поскольку кровь туда приливает, так сказать, то есть покраснение, там повышается температура. Ну и нарушение функции. Вот на картинку посмотрите, нарушается носоковырятельная функция пальца. Вот поэтому, так сказать, функция леза, нарушение функции. Вот. Идем дальше. Аллергия и глистная инвазия. Все знают про аллергию и глистную инвазию? Ну, с аллергиями вообще, так сказать, сейчас все знакомы практически. Но я могу вам сказать, что за аллергию отвечают два других, так сказать, у нас лейкоциты. Это нейтрофил, базофил и эозинофил. Первый что делает? Он там, где, так сказать, аллерген попадает, он начинает лить гистамин, а за счет этого гистамина как раз идет сужение сосудов, гиперпродукция, так сказать, слизи, и развивается вся картина аллергической реакции. Причем все помнят вот эти вот препараты, которые пьют аллергики, антигистаминные. В чем суть антигистаминных препаратов? То есть на рецептор, куда должен сесть гистамин, садится этот препарат, гистамин бедный вылился, вот так вот купается клетка, так сказать, в гистамине, так сказать. Но с рецептором связаться не может, а нет, раз не может связаться, нет этого эффекта. Но это не самый лучший вариант. Теперь вопрос самый главный второй. Вот если гистамин вылился, этот гистамин так и будет постоянно на клетку действовать? Нет. Для этого есть другие клеточки. Их называют как раз эозинофилы, потому что вот эти вот эозинофилы, они вырабатывают фермент, расщепляющий гистамин, называется гистаминаза. Но самое главное, у них есть еще одно. Базофилы устремляются туда, где не просто аллерген, где еще и паразиты. Вот. Я вот детям в 19-й гимназии рассказывал часть вот из этого всего, и им было очень интересно, что, оказывается, аллергические заболевания сейчас можно лечить глистами. Вот. Зря смеетесь, на самом деле. Дело в том, что есть ряд, ну, не аллергических, а вот иммунных заболеваний, когда, например, неспецифический язвенный колит или болезнь Крона, и один из способов лечения берут яйца лосоглава, это червяк такой, который живет в кишках, но в отличие от острицы, задницы не чешется, так сказать, а в отличие от аскариды, он не проходит. Вот аскарида, она, когда яйца попали, пробуравливает желудок, потом с кровью попадает в легкие, потом пробуравливает альвеолу, потом с мокроты. Мы ее проглатываем, мы в день с вами съедаем от полу до килограмма мокроты. И мы не замечаем, как она постоянно выделяется, проглатывается, а потом уже они превращаются непосредственно в аскарид, которые достаточно долго живут. А в лосоглав нет, у него простой цикл, он попал, он там начинает развиваться, живет короткое время, потом он уходит. Но при помощи лосоглавов вот лечит вот эти аутоиммунные заболевания и часть аллергических заболеваний. А еще поговорим о лимфоцитах, так сказать, это про нейтрофилы мы сказали, да, быстренько устремляется, как пехота в атаку, базофилы и эозинофилы – это аллергии и глисты. Вот, теперь по лимфоцитам. Хочу сразу предупредить, ни один лимфоцит никогда ничего не ест. То есть это самая страшная ошибка, которую может студент или врач думать. Почему все думают, что лимфоциты тоже что-то едят? Никогда ничего не едят, лимфоциты участвуют в иммунитете. Причем есть две группы. Одни обучаются в вилочковой железе, тимус, поэтому называется Т-лимфоцит, а другие обучаются в фабрициевой сумке, Б-лимфоцит, поэтому называется, ну, то есть курсы фабрициевой, поэтому Б-лимфоцит. Кстати, у нас с вами нет такой сумки. Все эти сказки, что это может быть, так сказать, в толстой кишке, там где-то еще чего-то, похоже, аналогом является вообще, в принципе, аппендикс. Потому что, так сказать, вот там как раз идет и может быть частично перерубляешь. В чем функция этих лимфоцитов? Значит, Т-лимфоциты есть убийцы-киллеры и есть хелперы. А Б-лимфоциты это вообще фабрика антител. То есть он должен превратиться в фабрику антител. Вот интересная картинка. Значит, Б-лимфоциты увидел что-то чужеродненькое, так посмотрел, говорит, ох ты, я должен об этом сказать там Т-хелперу. Он подходит к Т-хелперу и говорит, посмотри, какая бяка появилась. Он говорит, ну раз бяка, то давай начинай активировать ее, так сказать, хелпер ему, говорит, он его погладит.
деактивируйся и сразу начинай вырабатывать антитела. И вот он начинает в лимфоцит вырабатывать антитела. Чему я это рассказываю? Рассказываю я это вот к этому. То есть антитела вырабатываются, за счет вот этих антител убиваются все эти бяги. Вот. Теперь, что такое ВИЧ и СПИД? Здесь история очень нехорошая, потому что, значит, не смотрите на левую картинку, смотрите на правую, где зачеркнуто крестами. Б-лимфоцит счастливый, он, о, пята какая-то, он говорит, я побежал к Т-хелперу, он тык-тык-тык-тык-тык, Т-хелпера нету. Он опять тык-тык-тык-тык-тык, Т-хелпера нету. Раз Т-хелпера нет, он не становится активированным. Он так вот свои иммуноглобулин-М кидает потихонечку, но не стал по-настоящему активированным. Почему Т-хелпера нет? Потому что вирус иммунодефицита человека, он избирательно убивает только Т-хелпера. На Т-хелперах есть специальный белок, CCR5 так называемый, на который он садится, то есть это ему как форточка, через которую он пролезать может, как воришка, залезает и убивает. Есть счастье в жизни, коллеги. Дело в том, что здесь у нас на территории Поволжья, особенно в Мурте-Марии, еще чего-то финугры, вот, я надеюсь, что они к нам приходили, так сказать, у нас есть часть крови отсюда, вот. Там очень широко распространена мутация CCR5 дельта. То есть мутировавший вот этот вот белочек, этот вирус тык-тык-тык-тык в Т-хелпер попасть не может. Соответственно, есть, если, так сказать, как бы в две мутации в обоих хромосомах, то тогда вообще устойчив на 100% к вирусу иммунодефицит человека. Если в одной, частично устойчивый. Кстати, 3-4 года назад в Германии, значит, ВИЧ-инфицированный заболел лейкозом, и на счастье ему подобрали донора, то есть подобрали по генотипу донора как раз вот с такой мутацией. И трансплантация костного мозга, она его вылечила не только от лейкоза, она его еще защитила, уже потом, так сказать, и от ВИЧа. Но идем дальше. Как мы приобретаем ВИЧ? Сейчас начнем. Да. Вот. Ну, во-первых, мы его можем приобретать активно, а активно это когда вводятся ослабленные бактерии. Ну, все помнят, да, у всех вот здесь вот есть, да, оспинки, потому что вводится бациллус гальметогерена, она ослаблена, она не вызывает типичные заболевания, так сказать, но зато Б-лимфоциты, так сказать, обучены уже, и они надолго, как Б-лимфоциты памяти остаются, если вдруг попадает бактерия, так сказать, то они начинают вырабатывать. А второй вариант, это когда просто можно у переболевшего человека взять плазму, и за счет того, что там есть антитела уже, везде эту плазму. Соответственно, первый это активный, второй это пассивный, и через некоторое время антитела в группе, они погибают, так сказать, разлагаются, и, соответственно, иммунитет падает. И вот здесь вот я сразу хочу сказать, вот история вакцинации, так сказать, то есть она была Дженнером, так сказать, придуманным, потому что он видел, что доярки, которые дают коров, больных коров и оспы, у них есть язвочки, так сказать, оспинки на руках, но они зато не болеют сильно, так сказать, вот этой человеческой оспой. Когда он сделал первую прививку от коровьей оспы, и мальчик не заболел, после этого началась вакцинация. Кстати, потом начал, сразу же, как только он начал вакцинировать, почему вакцина? Вако, корова. Отсюда вот само название вакцинация. Вот. И вот, смотрите, какие были даже карикатуры, что если коровьи оспы, так сказать, вот вакцинируют, то рога, хвосты, там, вымя, вон там что-то еще, что-то вырастать начинает. Вот. Но это на самом деле неправда. Это на самом деле неправда. Я хочу в конце сказать, не бойтесь вакцинации, будьте здоровы. Вот, мы поговорили совсем чуть-чуть про кровь, мы не проговорили, как кушать какашки, мы не проговорили еще про другие.